Знаете, вы похожи на актрису Жаклин Биссет. Да, понимаю, это странно, но дайте-ка мне деньги. Ты уже уходишь? Как у тебя с наличными? Эй! Привет! И стойте, как манекены! Ну-ка, пошли! Все, хватит! Эй. Нет, не надо, прошу вас! Ты здесь не для того, чтобы рассказывать о старых временах. Я одолжил у своего друга 100 штук и все потратил. Прикинь, на что я готов ради денег. Ты когда-нибудь задумывался? Ну а теперь, чтобы вернуть другу его деньги и занять снова, я граблю банки. Я тебе не друг! Ты правда ограбил банк, да? Полюби свою работу. Ты не будешь работать никогда. Я приду к тебе. Я передал симпатичной кассирше записку и потребовал деньги. Отдай их мне. Парень ограбил банк. Заводи. Давай, давай! Было 17 банков, стало 60. В чем дело, офицер? Тут вот есть твое имя. Это совершенно лишнее! Не мои деньги! Я должен сходить в банк. Бизнес, дела идут. Он ограбил банк! Ограбил банк! Стоять! Ау! Да, да, бизнес что надо. Джим Стёрджес, Изабель Лукас, Хлоя Севинье, Патрисия Аркетт и Кристофер Ламберт.